Для пола своя система утепления. Сначала снова кладем плиты пенополистирола и закрепляем их тарельчатыми дюбелями. По периметру прокладываем кромочную ленту с юбкой из полиэтилена. Она не даст стяжке протечь в глубину перекрытия. Разделительный слой – прокладочная крафт-бумага, пропитанная парафином. Теперь монтируем металлические держатели для греющего кабеля. Такой теплый пол надежен и не боится влаги. Укладывается непосредственно в стяжку, что мы сейчас и сделаем. Задаем нужный уровень маяками и строительным нивелиром. Быстро замешиваем состав миксерной насадкой с кольцами. Заливаем. И вертикальными движениями щетки выгоняем из стяжки воздух.